Всем привет, меня зовут Дима Ковалев, я старший продуктовый дизайнер платформы SuperApp ВКонтакте. Я и мой коллега Егор расскажем важные этапы по созданию дизайна мини-приложения и что делать после релиза. Нам важно показать, с чего все начинается, объяснить базовые вещи, как можно развить любой этап и как можно возвращаться и дорабатывать, не накладывая аффекта на будущие этапы. Все это правильный процесс, который мы предлагаем использовать. Процесс создания приложения может быть гибкий, но в основном дизайнеры придерживаются классической схемы. Порядок создания мини-приложения всегда начинается с создания пути пользователя или user flow. Дальше этот путь визуализируется до прототипов любого уровня детализации, а после на основе согласованных прототипов собирается UI. В некоторых случаях конкретно наш отдел дизайна будет проверять ваше приложение и давать фидбэк по дизайну в рамках регламента. И после релиза было бы полезно собрать первые метрики и провести исследования для поддержки и развития приложения. Обо всем этом мы расскажем на курсе. Но самое главное – это придумать идею приложения и начать этот процесс ради процесса. Для нашего примера мы взяли идею по выбору и доставке блюд дня. В этом примере мы видим большое количество особенностей, многообразие механик, понятный основной сценарий и несколько дополнительных, UI, соответствующий стандартам ВК, фишки социальной сети. И вместе с отделом разработки мы продумывали эту идею так, что помимо дизайна она включает в себя еще разнообразие методов. Это приложение – пример комплексных решений обеих команд. Дизайнеры и разработчики должны работать вместе, чтобы в конечном счете пользователь получал продукт высокого качества, даже если это MVP. Пора идти от слов к делу, и дальше мы поговорим о создании пути пользователя или user flow.